Всем привет! С вами снова я, и это вторая часть уроки рисования Monster High. Ну что ж, в первой части мы нарисовали вот такую симпатичную оперетту, и мы можем дальше дорисовывать остальные конечности. Помните? Отмотаем время назад. Помните наш черновичок? И мы по нему можем рисовать. И по картинке в Яндексе. В Mozilla и Explosion. Вот такой у нас должен получиться носик. Губы очень трудно рисовать. Надо, чтобы они получились не как в рисунке, а как в мультике. Начало. Мы рисуем вот такой треугольничек. Не бойтесь его, этот треугольник станет красивой губкой. Вот такую штучку делаем. Потом из этой штучки вот такую. А в итоге у нас вот такая губка. Очень красивая и красочная. Смотрите, какая у нас красивая оперетта. Так. Получается из такого некрасивого черновика у нас получается вот такая красавица. Ну что ж, мы теперь знаем, как рисовать нашу оперетту. Так, это не шея. Если вы подумали, что это шея, это не так. Сейчас мы тогда дорисуем еще некоторые конечности. Это волос нашей оперетты, смотрите. Они на одном боку будут. Вот шея теперь. Так. Получается вот так. Многие мне задавали такой вопрос. Где же вторая бровь? Вот вторая бровь. Вот тут она. В этой области, сердечко. Ну что ж. Вырываем листочек. И можем перерисовать нашу красавицу оперетту. Ну что ж, подождем немного. Ну что ж, вот я и вернулась. Мы начинаем рисовать.
Проводим вот такую линию. Так. Вот такое аккуратное ушко. Вот такой глазик. Сердечко. Капельками. И вот пока что сережка. Ну, пока что не случилась вот такая оперета. На сережку у нее настоящий кубик. Вот так. Вот тут ободок в виде сердечка с капельками такими. Паутинку мы успеем нарисовать. Паутинку не обязательно нарисовать, так как оперетта может быть разная. Обратите внимание, что не все могут нарисовать кубик. Вот такой. Да-да, это не смешно, не у всех получается. Ну что ж, мы вас научим. Вот у меня на последней странице вот чисто белый лист, без всяких там вот этих линий. Так, что мы делаем? Вот такой у нас кубик. Смотрите, сначала вот такую фигуру рисуем. Так, компьютер не включается. Так, к этой фигуре подрисовываем снизу вот такой квадратик. Потом проводите вот такую полоску. Полоску вверх. И вот наш кубик. Точнее, наши кости. Осталось последний стрих. Так, еще несколько таких штучек. Вот так. Ну вот, наш настоящий кубик. Очень красивый и оригинальный. Так, возвращаемся к нашей оперете. Чтобы доказать, что я ничего не срисовывала, вот, пусто. А тут колечки. Дорисовываем ей глазик. Вот ее глазик, очень красивый и оригинальный. Тут у нее такая бровка, как будто она немного не понимает. Вот такая бровка. Получается, что дальше мы должны сделать кое-что другое. Нарисовать следующий глаз. Учтите, форма
и линии глаза должны соответствовать другому. Не как две противоположности, а две равные противоположности. Смотрите, вот так. Так. Смотрите, какая у нас красочная и красивая трета. О, да. Придется мне повторить фразу Клео Даниил. О, мой Ра. Ра – это бог солнца и всего сущего. Мы должны успеть. Ладно. Ну что ж, продолжим в следующем выпуске. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал Кристинка Монстер Хай. Всем удачи. Ну и бай.